История Сэма начиналась довольно печально. Его забрали из неблагополучной семьи. Забрали его от людей, у которых он был в щенячьем ошейнике, как одели в маленьком возрасте, и полностью ошейник врос в шею. Сэма подлечили. Теперь он ищет новую семью. По характеру очень веселый, годовалый пес. Любит побегать. Было бы хорошо найти ему где-то такой двор, где вот есть территория, где вот он может хорошо побегать быстро. Пес кастрирован, в еде непривередлив, коммуникабелен. С детьми, котами и сородичами запросто находит общий язык. Правда, вот других кобелей не очень любит. Очень добрый. Вот все процедуры с ним, когда проводили, кололи уколы, обрабатывали раны, даже не вздумал никого укусить. Плакал, скулил, но никого никогда не укусил. Это у нас капелька, это у нас батик. Маму котят нашли на улице. Приютили дома добрые люди. Они довольно ласковые, вот, и озорные. Очень часто бегают, прыгают, чуть ли квартиру не разносят. Малыши здоровы, пристраиваются в любящие семьи, в дом или в квартиру. Сами очень дружелюбны. Главное, чтобы хозяева хорошие были и хорошо заботились, конечно же. В следующий раз мы вновь познакомим вас с питомцами, которым очень нужны вы.